Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня мы вместе с вами посещаем фестиваль роботов. Конечно, данное представление больше всего понравится самому юному зрителю. Именно для них мы и начинаем свой обзор. Обалденная рыба вообще. Самое прикольное, наверное, все, что я видела на этой выставке. Ну, тоже прикольно, но вот это самое прикольное. Самое интересное. Класс. Каждые полчаса на фестивале проходят фантастические шоу с участием роботов и технологий. Красочное представление пикселей, акробатический цирк роботов и многое другое. Каждый час к небольшой группе любопытных зрителей подходит гид и рассказывает о различных достижениях мира. Потрогай меня. Ну, потрогал, и что? Что дальше? Так. Вот эта территория, этот зал, самый классный. Вот эта вот зона световая. На фестивале есть уникальная зона, где мы сейчас находимся. Здесь роботы с помощью искусственного интеллекта демонстрируют свои умения выдумывать картины, сочинять музыкальные шедевры, оживлять известных художников, а также создавать несуществующих людей. Приветствуем шоу «Технология». Фестиваль роботов продолжается. Здесь также можно наблюдать, как технологии изменили шедевры известных художников. Такое я люблю. Скажем нашему Юне, Юне, танцуй. 3, 4. Впервые на фестиваль роботов приехал и уникальный робопёс. Подойдите, смелее. Ой. Смелее, не бойтесь. Он очень добрый, дружелюбный, хороший пёс. Это самый известный робопёс интернета. На 3-4 говорим Юне кувырок. 3-4. Похлопайте нашему замечательному Юне, которого стараемся. Музыкальный цирк роботов с нетерпением ждала вся публика. Участвует робот с большими круглыми глазами. На данной выставке представлены роботы со всего света. Это последние модели роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио. Многие роботы показываются в Беларуси впервые. В рамках фестиваля также можно будет сделать фотографии в 3D-формате с технологией,
которая может остановить время и захватить трехмерное живое изображение или стать главным героем мини-фильма по голливудскому сюжету. И в качестве сувенира фото и видео отправятся посетителям по электронной почте. На фестивале роботов можно разукрасить лесное животное и запустить его в виртуальный лес. Фестиваль роботов уже удивил жителей Милана, Праги, Таллина, Афин, Санкт-Петербурга и других мировых столиц. А сейчас эта выставка проходит у нас в Минске. Какой красивый котик. Хороший, да? Фестиваль роботов будет открыт в Минске по 14 ноября в торговом центре Ocean, третий этаж. Робо-женщины не отвечают на такие вопросы. Вот такая вот она у нас мадам, немножко капризная, но в принципе она все равно очень хорошая. Это сделал 3D-принтер, что сделал. Это все нарисовал компьютер. Исаак Ньютон. Самые заметные экспонаты фестиваля известны по популярным роликам на Ютубе. Самые скромные роботы из Франции. Могу рассказать вам о чем угодно, только попросите. Также могу быть охранником. Охранять комнату от родителей, чтобы они ничего не трогали. Пока вас нет дома, я буду их отпугивать вот так. Привет. Задайте какой-нибудь вопрос. Какая сегодня погода? Кики, как погода? Также на фестивале роботов можно протестировать 11 новейших зон виртуальной и дополненной реальности. Руку к ее светочувствительному глазку на голове, она сразу попробует восстановить. Кто смелый первый попробует? Вот так вот, отнести руку. Отключите, пожалуйста, сразу дайте вопрос. А это звезда фестиваля роботов, настоящий шоумен из Великобритании. А рядом с ним обаяшка Пеппер. Как вы наблюдаете, и взрослые здесь могут найти для себя развлечения. Ладошку можешь положить, он поменяет цвет. Оп, и оно меняет цвет. Цветовая зона. Здесь сейчас будет представление какое-то интересное. Напоследок. И потом пойду домой. А с мамой будешь фотографироваться? Да. Дорогие наши друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. Ни в коем случае, пожалуйста, не называйте ее девушкой, она сразу напомнит вам, кто она такая.
Она была придумана в Москве компанией Alpha Robotics для того, чтобы проводить различные презентации, массовые, мелкие. Пожалуйста, если вы один раз попробовали, отходите, дайте.